Тюменцы присоединились к всероссийской акции «Ночь кино». В минувшие выходные на площадке у «Современника» под открытым небом тюменские артисты исполнили песни из знаменитых фильмов. А после в режиме нон-стоп состоялся показ для маленьких мультфильмов «Смешарики. Легенда о драконе», для взрослых «Легенда номер 17». Кстати, картины горожане выбирали сами. Увидели запись ВКонтакте в группе «Тюмени», решили прийти на акцию. Вот. Конечно. Покрывало, водичку. Теплые вещи и перекусить. Да, и перекусить. Мы готовы. Активно и хорошо прошли ночь музеев, ночь библиотек. И решили, что раз нынче идет год кино, то почему бы не присоединиться к этой акции. И поэтому под открытым небом лето, звездно, романтично, вероятно, такая. Исключительно из хорошей атмосферы. Добавлю, участие в первой всероссийской акции приняли жители 85 регионов страны. Организаторы пообещали проводить ее ежегодно.